Неоднократно к нам в студию обращались жители города с жалобами на затрудненное движение по объездной дороге, а также к Огольницкому шоссе из-за скопления большегрузов. Соцсети заполонили ролики, где КАМАЗы стоят вереницей в два ряда, создавая пробки и провоцируя аварийные ситуации. На самом деле движение фур затрудняет непродуманная логистика. На некоторых участках дорог у них возникают проблемы с выполнением поворота, из-за чего машины вынужденно скапливаются на обочине, пропуская легковые автомобили. Подобная зимняя активность большегрузов связана с ростом цен на пшеницу. Именно поэтому экспортеры торопятся довести зерно до терминалов, ведь с 1 марта и до конца июня в России вводят экспортную пошлину на пшеницу. Власти объясняют, что это необходимо, чтобы сдержать продовольственную инфляцию. Но такие меры могут ударить по доходам сельхозпроизводителей в новом сезоне. Особенно на юге России, где практически весь агропром ориентирован на экспорт. Поэтому аграрии стараются продать все остатки до введения пошлин. Несмотря на озабоченность сельхозпроизводителей более выгодно продать сырье, такая повышенная активность пагубно сказывается и на экологии, и на отремонтированных пару лет назад дорогах. Александр Кучец, Ольга Усманова, Алексей Покатило, Азов.Инфо.